Айсим Хей, с вами Ромарио Ромский, и это стрим по Fall Guys'у. Да. Самая крутая игра про всех этих чудиков, которые прыгают, бегают и добираются до финиша. Кто первый доберется, тот типа выиграет, получит корону. Короче, ребят, вышла обнова. Типа для всех теперь бесплатно. Видите, сейчас я обновлял, почему-то у меня даже... Я думал, у меня с интернетом что-то, это оно... Обнова столько весело. Потом играть что-то немножко тихо, да? Или нормально? Просто у меня тихо, блядь. Награды набора исследований. А, ребят, смотри. Это все я получаю из-за того, что ранее покупал игру в Steam. Да, видите, сколько все. Она теперь недоступна в Steam, она теперь доступна... Ебать. 33. Конвертируем вашу корону. Получится вот столько. Ебать. Нихера себе. Вау. Награды набора исследований. Сезонный абонемент. Наслаждайтесь полным без премиального контента бесплатно. Это типа только первый сезон, да? Сезонный абонемент открыт. Сразу получил 2 уровня. Да. Так, ребят, я сейчас хочу сказать. События звезды соединены уже в игре. Так, ладно, сейчас... Видели, там Among Us был? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Короче, сейчас. Во-первых, звук. Наверное, вам игру не слышно, блять. Сейчас. Угу. Так, сейчас должно быть нормально слышно. Блять, а как мне проверить? Так, надеюсь, не громко, ничего, кто. Короче. Сейчас. Во-первых, я, получается, сейчас стримлю не через рестрим, как обычно, а сейчас напрямую на YouTube. Так что всем привет на YouTube, кто меня, может быть, смотрит. Всем большущий просто привет. Я, получается, скачал плагин на OBS. Ну да. Стримлю через OBS, но есть вообще множество разных программ. Множество разных программ есть. Сейчас я хочу прослушать просто, как слышно, блядь. Так, можно будет чуть громче сделать. Впрочем, так. Так вот, что это я трындел? Ай, блядь. Что я говорил? Вот что я, блядь, говорил? OBS, да. OBS, плагин скачал. И там, получается, отдельно можно на разные платформы под разными настройками стримить, чтобы менее лагало и менее терялось качество. Так вот, я сейчас пока что запустил только на Ютубе, но попробую сейчас запустить на Твиче и на Троу. Я не знаю, как оно сейчас будет. Потому что настройки я поставил вроде такие же самые, как для Ютуба, но, в принципе, должно вроде все нормально работать. Так. Так, сейчас проверяю, ребят, быстренько. Так, все пошло, да? Здорово всем зрителям из Трова, из Твича. Ну, из Ютуба еще раз поприветствую вас всех. С вами Ромарио Ромский, да? Всем привет, всем здравствуйте. Как ваши, как говорится, дела? И все такое. Так, а что у меня на Трово... У меня на Трово не работает, алло. Подожди, блядь. Вроде идет, все должно идти. Так, странно немножко, немножко очень странно, блядь. Немножко странно то, что не идет у меня почему-то на Троу трансляция. Ой, блядь. Так, ладно.
Давайте пока поболтаем, поболтаем. Я немножко такие вот неожиданные, как говорится, трудности возникли, все такое. Да, всем здорово. Один зритель из Твича. Привет ему. Не знаю, кто ты, но отпишись. Да, видите, я настроил такой счетчик показателей, будет все показывать мне. Сейчас я пока разбираюсь, почему не идет трансляция на Трово. Вы там пишите что-то в чате, я буду читать, отвечать на вопросы. Возможно, я не тот ключ потока поставил, блядь. Сейчас. Хочу просто сделать, знаете, вот один раз сделаешь, и потом, ну, забыть это все, блядь. Не обращать потом внимания на это все. Ай, блядь. Да где? Почему ну? Стрим. Так, сейчас еще раз пробую. Что-то не работает, не знаю, блядь. Какой-то баг строго. Не пашет, ребят. Ладно, ладно. О, подожди, один зритель. А ну стой. Блядь. Только нажал «Остановить», и сразу один зритель появился. Это, ну, это, возможно, я просто я смотрю тут. Не пойму, не пойму, короче, ребят, не, извиняюсь, не пойму, не понимаю, ничего. Да. Ладно, переключаемся, переключаемся. Давайте уже играть, что-то я, блядь, отвлекся на всю эту херню. Так, какие у нас появились новые режимы? День создать, а, частные. Для меня что-то громковато, блядь. Сейчас. Так, давайте посмотрим, какие костюмчики получил. Эти премиум, блядь. Что у меня теперь премиум? Так это, блин, получается премиум только на один сезон. Я думал, на все сезоны будет премиум-то, блядь. Как-то, знаете, не очень. В свое время, блядь, почти по полной цене я покупал эту игру. Ну, где-то с 25% скидки вроде бы. Точно уже не помню, блядь. Мне нравится такой викинг. Давайте поставим его. А полного костюма викинга у меня нет, да? О! Хорош, блядь. Все, погнали. Да, блядь. Кто хочет со мной поиграть, ну, то есть вместе, без проблем абсолютно, просто пишите в чате. Просто напишите в чате. Киньте ссылку на свой профиль в Стиме. Или если вы смотрите меня с Ютуба, можете в Ютубе. Так, если что, чаты читаю, все читаю. Бывает, что не всегда вовремя, потому что не успеваю просто. Если что, чат. Не успеваю просто. Тем более, опять же, через вот этот плагин стримлю. Не через рестрим. Ну, что-то не идет на поток на трово. Хотел сразу на 3. Ну ладно. Потом разберусь, если что. Тут и так много возился, блин, пока это все установить, пока все выставить. Не так-то просто, на самом деле, вот этот стримить, трансляцию запускать. Так, ну, надеюсь, как преодолеть препятствия? Я даже не обратил внимания, какой режим сейчас
поставился. Это вроде, ну, это вроде самый классический, да? Ой, давно не играл в Fall Guys, честно говорю. Сейчас я буду тупить, блядь. Так, ну shift, shift это вроде бы цепляться за игрока. Пробел прыгать. Чат всегда не буду вормечать, потому что нет второго монитора, блин. А так отвлекаться не всегда могу. Извиняюсь, если что. Но обязательно потом прочитаю. Или давай после каждой игры буду читать, если будет, конечно, сообщение. Кто хочет меня поддержать, вы это можете сделать по ссылочке в описании в Ютубе. Если вы смотрите с Ютуба. Если вы смотрите там с Твича, да, то можете чисто сканировать QR-код. Это быстрый переход на страницу доната. Абсолютно или минимальный донат. 1 рубль, это как бы просто копеечки, но мне будет очень приятно. Я буду вас благодарить в каждом видео, на каждой трансляции. И всех вам, короче, благ будет. Да. Так, ну надо же пройти первый левел, блядь. Ну, кстати, насколько я понял, онлайн поднялся, конечно, да. Но не так, как в свое время. Но игра все равно стала популярнее намного. Популярнее, да. Даже несмотря на то, что уже со Стима удалили, это все равно многие играют со Стима. Блять, не прошел, сука. Потому что у многих она была уже куплена, в том числе и у меня. Не, я считаю, что это одна из самых вообще лучших игр, блять. Вот серьезно. Просто топ. Кто так считает и думает? Напишите, пожалуйста. Или, может быть... Кому-то вообще не нравится, категорически не нравится эта игра, блядь. Все говорят, ну нахуй, блядь, эту игру. Если вы так считаете, вы тоже можете написать в комментариях. У меня как бы в чате, по-моему, никаких ограничений не должно быть. Я реально не понимаю, почему не идет трансляция на еще одну вот эту третью платформу Трово, блядь. Но главное, что на Twitch и на YouTube все это хорошо. Там как бы основные мои... Трансляции, аудитория вся, да. Преодолейте препятствия, пробегите 2 замкнутых круга. Эту карту я тоже помню. А, блядь, это я наблюдаю, ёб твою мать. Ты наблюдал. Так, что-то тут очень много квестов, видите, появилось. Раньше квесты были, но тут прям вообще много их стало, видимо. Да какие-то мне не нравятся. Браслет какой-то, блядь. Смотри, Assassin's Creed? Блин, знаешь, что хочу получить? Там был скин на Могуса вот этот. Нахуй ты снял? Я не хотел Что, блядь? Суперзвезда из стадиона? Ну ладно, пускай будет. Так, и, кстати, теперь, ну, это еще давно сделали, отображаются теперь настоящие ники. Раньше отображались какие-то говно. Я хочу скин на Могуса. Вот. Он просто где-то должен быть. Почему красный? Подожди, блядь. Не хочу быть красным. Ну и ладно. Скин на Могуса выпадает. Вот он, блядь! На 36-м левеле. Блядь, очень хочу его получить. Очень хочу его получить. И где-то еще штаны на него, да, есть? Видимо, были, ладно, я пропустил. Короче, блядь. А что такое? А, добавить друга. Так.
день гонок водяной. А что это такое? А не знаю, что это, давай такое. Он один день, это какое-то, видимо, особое испытание. Погнали. Блять, реально не понимаю, почему. Так игра уже началась? Не. Ну, видите, да, все равно подбор идет довольно долго. Ну, видите, блядь, то есть... Возможно, конечно, это... У них, типа, сервера так долго ищут. Я что-то где-то читал, что, типа... Что-то у них из-за того, что, типа, переполненные сервера, из-за этого может быть много лагать. Не знаю, честно говоря. Не знаю, кто будет играть это? Epic Games, ну, этого магазина. Напишите. Там, типа, можно... короче, блядь. Допустим, я с аккаунта Steam, а вы с аккаунта Epic Games. Можно, чтобы вместе мы играли? Или это как бы две разные версии вообще игры? Типа там аккаунты, они как бы одинаковые, блядь, или нет? Или там все по-другому? Если все по-другому, конечно, печально. Если одинаковые, то отлично. ЗБС. Но я думаю, что одинаково. Ну, это чисто это было бы бред, если было бы все разное. Типа, блядь, одна и та же игра, просто на разных платформах, да? Должна быть одинаковая. Ну, стимовская версия, она типа, да, ее больше нельзя купить, ничего там нельзя посмотреть, даже страницу главную. Но зато будут выходить такие же обновления, как и в Epic Games, так что, как бы, игру не забросят в Steam. Ну, это было бы просто нечестно по отношению к игрокам, которые ее ранее купили, просто, блядь. Так, давайте хоть один левел, что-то я пизжу, блядь, но я не могу пройти один левел, блядь. Ёбаный. Ну да, конечно, реально веселее играть с кем-то. Было прикольно, если бы давали голосовой чат. Аккуратно, блядь! Так, save point. Эту карту тоже помню, старая, блядь. Что-то, блядь, новых карт нет. Алло. Где какой-то новый контент? Или кроме костюмов, блядь, нового сезона толком ничего не добавили. Ну это реально карта уже хер знает сколько была. Я точно ее помню. Блядь, носороги. А! Отъебитесь! Вентилятор. Воу! Есть! Есть! Прошли. Так, чатик. Чатик, нихуятик. Нема сообщений. Печально, блять. Печально, что нема сообщений. Ладно. Так, вот это, по-моему, сложная карта, тут надо сейчас аккуратно. Много раз проигрывал на этой карте, поэтому... И забыл уже сейчас. Тут вначале вроде лабиринты, потом, блядь, прыжки. То есть, походу, все, что сделали для пользователей, которые ранее покупали, блядь, это сделали на один сезон, на один Battle Pass премиум, блядь, доступ, ну, то есть, к вещичкам премиум. Какие-то особые скины. Ну, типа, их, наверное, скорее всего, не можно будет получить бесплатными. Вообще, больше нельзя будет получить. Особые скины, конечно, да, прикольно. Ну, а так, блядь, я бы сделал, что вот, как в этом, как в PUBG сделали. Тоже бесплатно для всех. Но зато там сделали этот
этот плюс, типа. Что, типа в ранге. Это дополнительные награды, дополнительный опыт, блять, очки. И это, типа, действует, типа, навсегда. А тут, типа, только на один сезон, блять. Ну, как-то странно, честно говоря. Я бы сделал уже премиум батл пас для всех, ну, уже навсегда, типа, блять, для тех, кто бы ранее покупал. Это было бы прикольно, это, мне кажется, притянуло бы и больше людей. Что вещички тут прикольные. Я лично хочу вот Амогуса получить. Скин на Амогуса. Или Амонгуса. Очень хочу его получить. Он прям мега классно выглядит. Так, прошло. А чё так мало людей прошло, слушай? Видимо, мало кто эту карту знает или что? Фу, блядь. Реально так... Я даже в половину попал, да? А чё так мало людей прошло, реально? Да, видишь, 150. Тю, блядь, я реально удивлен. Как-то легко. Тоже, видимо, из-за того, что ранее играл, она как-то запомнилась в голове. Давай, на какую-то новую карту хочу поиграть, блядь. Потому что я сейчас играю какую-то особую карту, на, ну, по-моему, заканчивается через несколько дней. Через один или через два, не помню уже. В общем, скоро заканчивается. Она, типа, будет обновляться разная. Ой, блядь, ненавижу эту карту. Тут надо, сука, попадать в эти ебаные кольца, получать очки. А, смотри, медали можно получать. Такого раньше не было, медали, блядь. А, не, были. Просто не писали для чего. Да, вот это топ-50, топ-20, это все было, первое место. Они были, просто так раньше не писали. То есть они, это типа подсказка для тех, кто не знает про них. Блять, ненавижу эту карту. Я по-моему, никогда ее нормально не проходил. Да. Реально, не люблю эту карту, блять. Ну попробуй, сука, ее пройти. Вот реально, блять. Вот кто вот... Новичок, блядь, в этой игре. Хотя я уже ни нахуй не новичок. Я уже реально самого, блядь. Ну, не то что с выхода. Ну, ладно, да, не выхода. Где-то два года назад я ее покупал. Может быть, полтора года назад. Не помню точно, но... Вот сюда, в центр. Хорош, попал в центр! Блять. Ну не люблю эту карту, реально не люблю, блять. Надо еще 5 очков, но мне кажется, я не успею. Хорош, блять! Я реально никогда, по-моему, не проходил этот режим. Вот что означает, сука, навычки, блять, опыт. Все это суммируется и... Помнит, блядь, помнит, рухи, блядь, помнит, голова помнит. Все, я помню это, блядь. Изич, нахуй. Я не хочу сказать, что я никогда до короны не доходил, блядь. Мне это раньше казалось просто вообще нереальным, блядь. Паркурщик. Используйте shift, чтобы их хватать и перемещать блоки, а не вам понадобится, чтобы преодолеть стены и добраться до финиша. Какие, блядь, блоки? Я такой карты не помню, кстати. Ой, блядь, что-то сложное. Хватать и перемещать блоки. Блядь. Надо попасть. Блядь, 9 игроков могут пройти только. Слушай, это что-то... Блядь. Как они так прошли быстро? Пока изи. Слушай, пока изи. Всем, блядь, лень перемещать. Вот ленивые жопы.
Вначале вы видели, вообще никто, никто ничего не перенес. Да, блядь, не вижу нихуя. Залезай! Да ёбаный! Да залезь ты, сука! Блядь, уже один прошел. Ну мне мешают, блядь, видите, сука, мешают, сука. Все толкаются, блядь, все вот это... Заёбыши, блядь. А как вы тут залезли? Подожди, блядь. А как вы тут залезли? Стой. Нет, нет, сука! Блядь. Хотя я, по-моему, и так бы не прошел, потому что... А, ну почти. Блин. Мне кажется, я мог пройти. Немножко быстрее надо было, да? Немножко надо было побыстрее, блядь. Ой, ну я просто первый раз играл на этой карте. Так, давай выйдем. Алло. Можно я выйду, блядь? Алло. Сука. Не могу выйти, пока грузится, блядь. Не хочу я смотреть, наблюдать. Блять, у меня 187 этой валюты в тысяч. Нихуя себе. Да слушай, я, блять, по-моему, любую шмо... Какая-то новая валюта появилась. Но, по-моему, ее... А, это место звезд. Да, раньше вроде звезды были, да, вместо вот этой. Не помню. Пропуск уровней забрать мгновенно. Чего? А, это, видимо, донат валюта, да? Тут же донат остался, да? Ну да. Сука, удалили игру, но со Стима все равно можно задонатить, я так понимаю. Блять, посмотри, я реально могу любое теперь купить, блять. Охуеть. В смысле, купленное, я ж не покупал ничего. Шмяксы. Шмяксы, блять, это называется. Ёбаный рот. 2000 гривен! За 13 тысяч, блядь! Нихуя себе! 200 за... Да... Так, я не знаю. Давай соревнование пар, блядь. Не знаю, что играть, блядь. Давай, погнали. Чисто так по рандому, блядь. Ой, блядь, жара, конечно, ребята. Уже прям целый разгар сезона. Напишите, кто там уже куда-то поехал отдыхать на... Может, ну, какой-то, блядь, за границу, на дачу, блядь, в село. Куда можно еще? На хутор. Поместье, поселок. Куда вы там уехали, блядь? Давайте, говорите, сука. Мне так интересно. Я лично никуда не поехал. Сижу такой, блядь, стримлю. Не играю в самую лучшую игру, блядь, Fall Guys. Просто лучше стрима некуда, блядь. Ой, блядь. Можно, конечно, попробовать с геймпада поехать. Он у меня рядом, блядь. Можно реально попробовать сейчас с геймпада поиграть. А, правда, провода нет, блять. Ну, у меня получается, он беспроводной, но я его подключаю, потому что, во-первых, ну, каждый раз потом заряжать его, ну, как-то камильфо, блять. Во-вторых, да, можно подключить через беспроводное, у меня от PlayStation 4. Но нужна программа, чтобы для беспроводного подключения, и я не знаю, блять, вдруг с вирусами что-то закачаю, не знаю. Подскажите, если вы знаете такую программу, чтобы можно было скачать на такую нормальную, проверенную.
кто, может быть, пользуется ей. Вот напишите мне, пожалуйста. А так я подключаю через провод, и в Steam есть такая функция, как... Ну, типа, он сам определяет этот джойстик, сам подстраивает под каждую игру. Я когда-то пробовал играть с джойстика. Это было прикольно. Ну, типа, как на PlayStation. Кстати, на PlayStation Fall Guys тоже бесплатный стал. Типа, на всех платформах, да? Тоже этого не знаю, надо уточнять. Ну, вроде да, вроде да. А может и нет. Да блядь! Статус отряда? А, тут какой-то отряд, блядь. Что-то мне не нравится этот режим. Я обычно всякое с командами проигрываю, блядь. Я не могу это пройти, я не знаю. Какая-то, блядь, затуп какой-то. Какой-то, блядь, затуп. Стой, блядь. Баллы, 24. Подожди, блядь. А как понять, кто? А, красные это типа мои, синие это вражеские. Да? Топ-19, это, по-моему, хуёво как-то, да? Подожди, мы какие, блядь? 24. Я нихуя не пойму. Мы прошли, не прошли, блядь? А, ну я смотрю, 23-й, блядь, это, по-моему, да. Хуйня, хуёво всё. А ещё прикол в том, то что, да, у меня этот новый плагин, блядь. Уже рассказывал, да? Ну, еще раз хочу, еще хочу дополнить к тому, что я уже рассказывал. Так, давай, уже выйду, я ж не играю. Короче, я не знаю, я раньше считал чат через оверлей, ну, панель через рестрима, блядь. Чат у меня был там сразу и через Twitch, и YouTube, а сейчас я, блядь, не знаю, как он будет работать. Ну давай, может, что-то тестовое напишу, блядь. И там, и там. Но я так понимаю, что он не будет работать. А, на кубки какие-то, блядь. Блядь, что за кубки? Типа какой-то рейтинговый режим был? И что это? Что это, блядь? Я не пойму, нихуя. Как там вообще все считалось? Так, еще, блядь, лавры. Так, еще раз, как эта валюта называется? Шмяксы и лавры. Угу. Понял, принял. Ранги короны обновлены. Показаны ваши ранги короны. Мы добавили еще больше ранг. Все причитавшие награды правильно. А, это они немного переделали профиль корон. Помните, я говорил, что короны пропали? Нет, вот короны, блять, они тут на месте. Просто переделали тут все, блять. Не, ну раньше не было столько квестов, было парочку, блядь. Ежедневные, еженедельные, марафон, блядь. Такого раньше точно не было. Были просто, по-моему, стопка квестов. Ну, может, в каком-то обновлении, конечно, добавили. Я точно не играл, блядь. Не знаю, не помню, блядь. Ах. Так, сейчас. Кое-что проверю. Кое-что проверю. Так. Так, сейчас. Пару минуточек.
Блять. Ой. Сейчас у меня тут несколько камер стоит. На разные, как говорится, случаи жизни. Как-то та. Да, видите, рамки разные. Это просто так, знаете. Там, если для каждой игры для, разные настройки бывают, поэтому. Да. Ну шо, блядь, шо? Не знаю, ребят. Что-то как-то мало зрителей, поэтому даже не знаю, что делать, блядь. Блядь, это вот эти скины за донат-валюту? Пипец. Ну давай еще поиграем, блядь. Соревнования отрядов. От 1 до 4. Да, хочу до топ-1 дойти, блядь. Не как говорится, на этом может быть закончить, блядь. Ну чисто такое. Протестили, блядь, обнову, да? А, я ж хотел чат проверить, ёб твою. Забываю, так. Пока ищется игра. Итак. Что в том, что у меня чат не показывается. Да. Прикол. Прикол, конечно. А, хотя подожди. А ну подожди. А, ну стой. А ну. Блять. Сейчас уже игра-то началась. А ну с Твича. О. Я понял. Показывают чат. Получается, у меня подключено в рестриме сейчас Twitch и YouTube, а Трово не подключено. Блять, а может из-за этого оно не рестримит? Подожди, хотя подожди, почему? Ой, это какая-то, кстати, по-моему, новая карта. Такой раньше я не помню. Не было. Я потом даже сейчас ради теста запущу исключительно на Трово, блять. Ну, короче, у меня есть какие-то предположения, что, возможно, я что-то реально не так настроил, блядь. Может быть, конечно, оно и с стримом и связано. Не знаю. Ну, короче, чат у меня подключено. А, нет, подожди, у меня в рестриме подключено Трово и Twitch. Я там, типа, просто название менял и тематику, ну, то есть стрима, да. А куда идти, блядь? Я что-то запутался, нахуй. И у меня там включено Twitch и Trovo. А YouTube как раз не включен. И типа, и на YouTube они показывают мне чат. То есть, странно, блядь. Наоборот, я думал, что, типа, не должен работать этот... YouTube не должен работать, а... Бля, знаешь, что может быть еще проблема? Возможно, на Trovo какой-то битрейт не тот у меня стоит. Надо, типа, может быть, поменьше, блядь. Я ж не знаю, какие там ограничения. Потому что... Нет, на Твиче 6000. Ну и может чуть больше. На Ютубе там... Ну я лично стримлю 8. Ну можно и там 10, 15, 20, блядь, 50 некоторые стримят даже. Ну у меня просто не позволяет... Во-первых, мощность компа. А во-вторых, иногда перебои просто с сетью и... Даже я так пробовал, короче, глючит все. Ну, 8000, в принципе, нормально. В принципе, нормально, 8000. Особенно вот для таких не сильно динамичных игр. В PUBG, конечно, картинка будет смазанная, да? Ну, на YouTube я лично говорю сейчас, про YouTube только. А вот, мне кажется, в Fall Guys должно быть нормально. Так, ладно. Я не пойму, куда идти, блядь. Опять отряды баллов, блядь, 13-е.
Какая-то запутанная карта. Вот это, походу, реально новая. Такой раньше точно не было. Блять. Допрыгался, блять. Прям музончик чисто, да, блять? Сука, мы, по-моему, по 5 проебали. Ладно, эти какие-то отряды, блядь, нахуй не нужны. В одиночно куда веселее, куда понятливее, блядь, играть. Да все, в пизду. Ну, конечно. Не, не хочу, не хочу, все, говно. Говно. Сейчас кое-что проверяю. А, не могу. Хотел на Твиче поменять обложку уже, типа, может быть, завлечь как можно больше зрителей. В принципе, как я. На Ютубе можно менять обложку во время трансляции, а, блять, на Твиче нельзя. Только после трансляции. Конечно, печально. Так, ладно, я хочу одиночно, все. Я хочу одиночно, чисто сейчас... Сольное соревнование. Вот это мне то, что деду, как говорится, надо. То, что доктор прописал, блядь. Ой, скучно. Не, реально скучно самому. Надо, блядь, звать, короче, мне друзей, блядь, с кем-то играть. Самому, блядь, скучно. Я думаю. Думаю о чем-то хорошем, блядь. Замечтался, короче, да. Влёкся, блядь, замечтался. Эх. Печально все это, ребят, печально, блядь. Не пойму, что они меня не смотрят. Как печально, блядь. Просто жесть. Чё так, блядь, ищет долго игру? Может, за то, что у меня, типа, ранг уже какой-то большой, блядь, не знаю. Прочел я чисто. Может, у меня интернет? Нет, интернет нормальный. Не, просто игру ищу долго, блядь, пиздец. Давай ждать. Видите, когда долго ищет, оно потом пишет, соревнование начнется через несколько секунд. А хули ливнул, блядь, пидор? Было ж 59 уже. Чё, сука? Сколько в итоге, блядь, не заметил. О, не набралось, да, 60? Или набралось? Ну ладно. Эти классические карты, тут все понятно мне, поэтому тут легче всего. Да, может, конечно, добавили какие-то, может, еще. Там вот мы посмотрели только одну, блядь. Как раз, видимо, вот этих отрядных, блядь, отрядных испытаниях, режимах. Ну, я не хочу. Я хочу одиночно. Сейчас хочу чисто топ-1 взять. Хули бы нет. Это самая, блядь, обычная карта. Самая легчайшая.
Да, все, чисто давай не буду отвлекаться и сейчас до топ одного. Блять. Ладно, давай тут пройдем. Никогда не проходил по центру, потому что по центру сложно, блядь. Да ёб твою, блядь! Что, сука? Так, ну будет топ 50. Ну, я вообще... Это было уже немного больше, чем половина. Да, но все равно медалька считается. Это хорошо, что дополнительный опыт, дополнительные эти очки, да? Блин, посмотрите, Among Us, он в третьем ряду. Второй. В третьем. А, блядь, вот он, короче. Тю-т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 ю. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Ой, блядь, что-то, блядь, даже спать хочу. Ну, слишком... Слишком какая-то, блядь, скучно. Сейчас как это скучно, блядь. Может, конечно... О! Полет нормальный. О, это тоже новое. Ух ты. Не помню такой карты. Ну, давай. Время в зоне... Чего, блядь? Какое время... Надо было описание только что почитать. Не надо... Чего? Я нихуя не пойму. Мне надо продержаться до 100% в вот этой зоне? Блять! Как у меня так получилось хорошо в начале, и сейчас вообще пиздец. А ну давай сцепись. Как сцепиться? Отлично! А, и нахуя? Чё, блять? А как я в начале так хорошо на платформу сел? Блять, мне, видимо, повезло дико в начале. О, хорош, блять. Я ж не отцеплялся. Я же не отцеплялся, блять. Ебать. Видите, тут на трамплинах можно. Так, 7. Блять. Стой! Так, ну смотри, 10, 12... Блядь, уже много прошло. 96! Хорош, блядь! Интересная карта, да? Согласись. Согласись, это прям прикольная карта. Мне нравится. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Эй, блядь. Как же я хочу этого Могуса. Ой, блядь. Зеваю, ребят, зеваю что-то. Все равно, блядь. На грани. Как играть? Не наступайте на ложные плитки и найдите скрытый путь к финишу. Окей. Так, этот режим... Не помню, блядь. Может, был? Ну, смотри, вид карты дизайн, по-моему, старый, блядь.
Возможно, реально был. Блядь, что я назад пошел? Что тут двигать надо, блядь? Ой, блядь, ёбаный рот, блядь. А, тут надо находить. Находить правильный путь надо, да? Пидорас, блядь. Смотри, сука. Все ждут, пока кто-то откроет, блядь. Все нахуй ждут. Пока кто-то, блядь, найдет этот ёбаный путь. И только тогда, сука, двигают своими жопами. Хитрожопая, блядь. Почти, блядь. Фух, мог не пройти реально. Давай, хочу корону, блядь, хоть один раз в жизни, блядь. Амогус вылетел, ха-ха-ха, сосать. Сосать Амогус, блядь. Так. Уже поднялось настроение, уже не так хочет спать. Как играть? Уворачивайтесь от препятствий, чтобы не упасть в слизь. Пройдите квалификацию. Блядь. А, прикол, что в Стиме ж остались эти... достижения, которые там не все выполнили, непоседа. Уворачивайся от препятствий, чтобы не пасть в слизь. Ой, блядь, я могу тут не пройти, кстати. Ну давай, ну, пожалуйста, я хочу. Тут один только проходит, да? Финальный этап, ребята. Финальный, блядь, этап. Ой, блядь. У меня просто нет слов, ребята. У меня просто нет слов, блядь. Насколько это было тупо только что, блядь. Просто чисто решил, блядь, вот так нахуй. Хуяк! И упал, блядь. А в смысле? Это не конец? Чего, блядь? А, это не финальный этап был? А, вот написано раунду. Я долбоёб сверху. Блять. Как я так мог упасть? Ну, сука, ну ёбаный. Ну, просто не играл на этой карте, блять. Опять же, непривычно было. Ух ты, Ассасин мне нравится. Дай возьму, дай один его. Хочу Assassin's Creed, у меня же, блять. Все, у меня теперь премиум. Еще надо теперь почаще будет сейчас играть. Почаще надо будет играть, потому что... У меня сейчас премиум сезон, блядь. Я так понимаю, больше не будет. Это только вот сейчас. Так, а как мне одеть? Вот, интерфейс. Во, смотри, Assassin's Creed, да? Ну, по-любому отсюда. Эй, блядь. ЛГБТ. Ну, я не говорю, что... Классные они. Ребята, все классные. Все люди равны, как говорится. Все молодцы, все... Да. Чё? Давай, ладно, последний раз сыграем. На этом первую часть, наверное, закончу. Может быть, сегодня еще будет стрим по этой же игрушке. Ну, чисто потестим новые карты, посмотрим, пооткрываем новые скины, прокачаем Battle Pass. Все такое. А может, и завтра будет стрим, не знаю. Как получится, короче. Посмотрим, как получится. Он все равно долго ищет, блядь. Онлайн, может быть, да, поднялся. Но долго ищет, мне это не очень нравится. Раньше вообще искала, блядь, по несколько минут. Вот где-то я, может быть, 2 месяца назад играл еще. О, это я помню, это старая карта. Одна из самых первых вообще, что было.
Должен сейчас быстренько пройти ее. Хотелось бы взять корону, но... Видимо, не в этот раз. Дверка закрыта. Вот тут открыто, погнали. Вот видишь, все равно все такие хитрожопые ждут, пока кто-то откроет, блядь, тогда уже нормально идут. Куда, куда? Куда, сука? Везде есть, сука, хитрожопые. Лохи, блядь. Сюда. Нет, сюда. Отлично. Давай, блядь. Быстрее, 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 быстрее. Топ-20 попадут даже, да? Да. Рыцарские скачки. Так, это... Ой, блядь. Особенно вот этот момент на рыцарских... Вот этот момент, который сейчас вы видите на экране. Это, блядь, худший момент в этой карте, блядь. Самый сложный, блядь. Тю-тю-тю-тю. Обожаю эти саундтреки, блядь. Они просто классные, блядь. Тут, насколько я понимаю, на каждой карте есть стилистика какого-то сезона, который уже был, блядь. Это тоже старая карта. По-моему, где-то в третьем сезоне, может быть. Ну не одна из самых первых, но старая уже все равно. Вот сейчас, кстати, я быстро прошел этот момент, блядь. Я сам, блядь, аж удивился. Просто понимаете, просто опыт, блядь. Опыт, нахуй. Уже, как говорится, не с такими и сталкивался, блядь. А, вон дальше, блядь. Это перепутал. Вот это пиздец. Вот это пиздец. Тут, видите, двойная, блядь. Там была одна? Угу. Вот это пиздец. Вот это реально, это все. Так, давай я тут остановлюсь. Угу. Хорош. Я понял, как проходить. Надо останавливаться там, где вот дополнительный такой бордюрчик, что, ну, платформочка, чтоб не падать. Блять. А что тут как-то по-еблански, блять? Да ёбный! Чё по-еблански как-то тут, блять, всё? Хорош. Yes! Чего? А. Нет, все хорошо. Не, реально, прикольный саундтрек здесь. На каждой карте свой собственный саундтрек. Даже не надо никакую там, блядь, знаете, вот на стримах там ставят какую-то там музычку, no copyright song. Или что-то наподобие этого. Зачем это, блядь, все ставить, если есть вот такое вот, блядь? В играх есть собственные саундтреки, блядь. Топ-50. Чё, блядь, я думал, мне дадут топ-20 или там что-то. А, или... Жи, блядь. Не, все правильно. Как раз где-то так и прошел.
пройдите квалификацию. Вот это, мне кажется, за это должно быть дать достижение в Steam. Это типа предпоследний раунд, да, я так понимаю, да? О! Это, кстати, легкий режим, я его помню, это старый, да. Даже играл как это Stumble Guys, это типа плагиат полный, блядь. Fall Guys, они очень качественные. Смешное, да, было. Было время, когда играл, да? На телефоне, блядь, на компе даже есть. Обзор можете там заценить, на канале есть. Там был такой же режим, ну, я сам, короче, все, я помню этот режим. Да. Поменьше буду, блядь, говорить. Главное тут особо не затупить. Тут, понимаете, тут некоторые твари могут вас толкать, блядь, и специально так делать, чтобы вы не прошли точно, блядь. Вот бывают такие попадаются. Пидоры, блядь. Вот видите, уже берут, толкают, сука. Это можно делать на левую кнопку мыши. Или на shift. По-разному. Видите, можно. Так, надо еще минуту, блядь. Иди нахуй. Что меня когда-то тоже очень много раз толкали, блядь. Я реально проигрывал, блядь. Так, сейчас надо будет прыгать, да? Ага. Так, уже побыстрее идет. Встань, блядь! Ну, блядь. Ну, сука. Да, там в конце, видите, прыжки, и вот это поле, там, где можно пройти, оно постоянно уменьшается, блядь. Да, в итоге, видите, такое маленькое, блядь. Видите, дальше там даже проще он идет. Ладно. Пожалуй, на этом закончим наш стрим. Следующей трансляции, ну, по этой игре, по Fall Guys, возможно, поиграю с этим, с контроллером для какого-то, знаете, разнообразия. Видите, я даже рамку такую сделал. Рекомендуем приложение Outplayed for Fall Guys. Смотрите, блядь. Что это такое? Что это такое, блядь? Что это, блядь? Ну ладно, какая-то штука, потом разберусь, ладно. Короче, с вами был Марио Ромский. Спасибо всем, кто меня смотрел, спасибо, да. А видите, баг все равно, блядь, на этом, на троу. Типа один, ну это просто в студии нахожусь, поэтому. Всем удачи, до новых встреч. Еще поиграем в множество разных игр. Так что советую вам подписаться на меня и на Ютубе. Где, блядь, сука? Так где, сука, я палец, блядь? И на Ютубе, и на Твиче можете подписаться, и на Трово. Постараюсь на этих трех платформах, ну, не знаю, если получится Трово, если не получится, постараюсь целых на три платформы вам постримить все, да. А так, весь мой основной контент выкладывается на Ютуб. Все там обзоры, все какие-то видео, все второстепенный, короче, контент, не связанный с играми. Все выкладывается на YouTube, так что крайне вам советую подписаться на YouTube, если вы там смотрите с Твича. Будете смотреть с Трово или с этого. Короче, вы все поняли. Всем удачи, всем до новых встреч. Всем пока, пока, пока всем.